Здравствуйте, друзья. По эту сторону экрана снова я, Мазай. По ту сторону экрана снова вы. И сегодня у нас вот такая вот распаковочка. Конвертик прибыл из Тайской Народно-Демократической Республики. Давайте посмотрим, что, собственно говоря, там имеется. Я примерно догадывался, что там догадался. Но давайте все-таки лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Так, все, в конвертике больше ничего нету, никаких подарков. Так, смотрим. Китайская пупырка с китайским воздухом, пузырьки. Очень прочно. Опа. Так, в сторону. И что же это у нас? А это у нас чудо китайской инженерной мысли. Это у нас видеокамера. Очень интересно. Объектив вообще без стекла, без всякого. Так, ага, с экранчиком, киберкам. Так, 16-мегапиксельная, 1,5-дюйма экранчик. В HD разрешении может снимать. И зум пятикратный. Видеокамера вообще-то прикольная. Размером примерно с пачку сигарет. Вроде ничего не трясется. Ну, так, давайте посмотрим, что в ней еще имеется. Так, имеется USB, мини-USB шнур, вот стандартный, и вот такой 3-дюймовый, да, называется штекер, на тюльпан. Так, а также имеется инструкция, user's manual на английском и китайском языке, и диск с драйверами, ну, наверное, чтобы какое-то программное обеспечение. Вообще камера прикольная. Тут даже подсветка, что ли, имеется. Меня интересует, питается она от чего? А питается она мизинчиковой батареей, 4 штуки. Батарея занимает практически все место, все пространство. Сюда вставляется карточка, я так понимаю. SD, вот большая. Закрывается эта штука. Здесь такая вот тоненькая резиночка, конечно, не внушает доверия. Сюда, наверное, микрофон и зарядка. Вот я не знаю, будет ли она работать без батареи от зарядки. А давайте мы сразу с вами это дело и посмотрим. То есть вообще, например, есть смысл ее подключить? Просто-напросто посмотрим вообще, работает ли она при подключении к USB. Опа-на, свершилось чудо. Пишет, что нету карточки. Так, экранчик, кстати говоря, откидывается, но не поворачивается никуда. Повернуть его нельзя. Ну, вы хотели, чтобы он за такие деньги еще поворачивался. Это вообще было бы смешно. Угу. Такой момент меня интересует. Это типа у нас зум, наверное, да? Не знаю, что это такое. А, действие вот этой волшебной кнопки приводит к тому, что она становится веб-камерой. Меня смущает, что вот здесь никакого стекла нету. То есть, как бы доступ свободный. Ну, в принципе, камера за такие деньги, в общем-то, она и не обязана чем-то таким отличаться умом и сообразительностью. Слава богу, что если она хоть снимать будет, то, как говорится, хлеб. А все остальное уже мелочи жизни. Имеется даже динамик. Имеется ремешок, как бы так по-простому прикреплен. Так вот он регулируется. Что могу сказать? Держится в руке хорошо. Держится хорошо. Снимает не знаю как. Она легенькая. Имеется крепежный винт. Какие-то кнопочки. Смущает, что вот у нее. Ну, с другой стороны, там объектив очень маленькое. Стеколышко. Его можно чуть ли не ушной палочкой протирать. Смущает меня, что нет стекла. Может быть, это, конечно, так и должно быть, а может быть, это что-то упростили братья-китайцы. Но, возможно, это так и есть. Так, пробуем приближать. Так, приближается. Пробуем удалять. Удаляется. Ну, насчет можете сами видеть. Насчет качество вот такое вот. Ну, я не знаю, как тут насчет 1200. Ну, в чем я, собственно говоря, очень сильно сомневаюсь. Ну, тем не менее. Ну, на этом все. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал. С
вами был Дед Мазай. Будет много всего интересного. Пока-пока.